Всем привет! Сегодня будем делать яблочный пирог для ленивых. Я купила уже готовое тесто. Сейчас будем выкладывать его в форму. Лишнее обрежем. Делаем вилочкой дырочки. Я заранее нарезала яблоки. Сейчас их нужно выложить сюда, как вы хотите. Теперь, когда выложили, нам нужно 100 грамм сливочного масла, растопленного, поливаем сверху. И сахар по вкусу. Теперь в духовку на 200 градусов. Пирог готов. В духовке был 40 минут. Кому понравилось, подписывайтесь. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр.